Laboratory Olympia расположен в самом центре курортной зоны Карловых Вар на театральной площади. Питание для гостей организовано на первом этаже санатория. При необходимости можно предоставить диетпитание под контролем диетсестры. В 700 метрах от санатория находится источник минеральной воды гейзер. Минеральная вода является основной частью карловарского лечения. Санаторий Олимпия имеет собственный бальнеологический центр, который находится в самом здании санатория. Хорошо, по пищевым исключениям можно дать. Показания для санаторно-курортного лечения нашего санатория Олимпия. Это заболевание желудочно-кишечного тракта, это нарушение обмена веществ, например, подагра, сахарный диабет, нарушение метаболизма, ожирение, болезни опорно-двигательного аппарата, болезни позвоночника, болезни суставов. Я должен сказать, что в наш санаторий, в отличие от многих других отелей, напрямую подведена карловарская термальная вода с возможностью использования процедур на основе термальной карловарской воды. В санатории нашем есть возможность и полного комплексного медицинского обследования, так как у нас еще есть наличие клиники, где собраны лучшие специалисты, ведущие Карловых Вар. Значит, комплекс санаторно-курортного лечения. Сюда входит медицинский осмотр первичный, медицинский осмотр контрольный, заключительный. Возможность сдачи анализов. Сюда входит ЭКГ, назначение питьевого курса, диетическое питание и также процедуры классические, применяемые у нас. Это лечебные ванны, это гидротерапия, различные виды массажа, ингаляции, оксигенотерапия, акупунктура. Санаторий приобрел новейший лазер, который мы сейчас также используем в лечении, и биоптрон. Вот основные процедуры нашего санатория, которые мы успешно применяем у нас.
Наши гости также могут бесплатно пользоваться бассейном и новым спортивным залом. Санаторий Олимпия предлагает 37 комфортабельных номеров, которые обеспечены кондиционерами. Из большинства номеров открывается прекрасный вид на театральную площадь и реку. Отличительной особенностью санатория Олимпия является доброжелательность нашего персонала, которая будет вас сопровождать все время пребывания у нас. Уважаемые гости, будем рады вас видеть у нас в санатории Олимпия семейного типа.